Привет, ребят. Очень много ко мне поступает вопросов. Светлана, у меня такое заболевание. Светлана, я ограничен по каким-либо возможностям в движениях. Не могу сбросить вес. Такие вопросы у меня поступают как от мужчин, так и от женщин. Да, бывает и такое. Но что такое наше тело? Наше тело формируется ведь не столько от физических нагрузок, сколько от тех состояний, которые готовы мы перепрожить в своей голове. Да, такое тоже бывает. И на сегодняшний день у меня есть достаточно много уже скопилось положительных отзывов людей, которые ограничены в движении, колясочники, люди, которые не могут убрать по определенным причинам из своего образа жизни какие-то очень сильные гормональные препараты, те, которые полностью нарушают нашу гормональную систему и не дают выглядеть им так, как им бы хотелось. Если ты один из таких ребят, если у тебя есть какие-то ограничения, либо ты просто не можешь по каким-то причинам, которые ты не можешь себе выискать, почему ты не обладаешь тем телом, которое тебе нравится, почему ты не можешь проработать какие-то моменты. И даже бывают такие случаи, когда человек ходит в спортзал, у него достаточно правильное питание, но все равно у него нет того физического тела, в котором ему было бы комфортно. И, конечно же, этот марафон для вас. В этом марафоне мы с вами уберем ограничения, как психологические, так и психические. В этом марафоне мы с вами проговорим про обиды и непринятие. Да, мы поднимем не только эту плотность, мы поднимем многие пласты из других реальностей, из других плотностей. Как бы смешно вам это не было, но вы знаете на марафоне, о чем я говорю. Мы проговорим про психику, как влияет на психику вкусы и эмоции. Они очень связаны. Мы с вами, конечно же, порисуем. Прорисуем нейронные связи, нейронные сети. Мы с вами изменим наши связи нейронные и прорисуем их именно так, как нам было бы комфортно. Такое тоже возможно. Ну и, конечно же, мы поговорим о базовых настройках питания. Нет, это не рацион, это не меню я вам буду составлять. Это совсем про другое. Я вам расскажу, что такое питание и откуда оно берется, что такое энергетическое питание. И когда у вас будут все эти понимания, то вы сможете контролировать не только свой вес, но и изменять свое тело. Изменять свое тело так, как вам бы хотелось, какое тело вы бы хотели, в каком бы теле вам было комфортно проживать эту великолепную жизнь. Если тебя это интересует, то присоединяйся. Марафон будет с 25 по 29 июля. У тебя еще есть время. Я жду тебя.